Масштабная реконструкция сцены драматического театра шла 2,5 месяца. За свою полувековую историю механизм, благодаря которому сцена крутилась, полностью устарел и даже проржавел. Возродить подмостки получилось за счет краевых средств в размере 35 миллионов рублей. В результате у артистов, да и у всей труппы, большая радость. Раньше они ставили метки, чтобы круг и кольцо совпали, или кольцо остановилось вот на нужном этапе. Крутили ручку, с замиранием сердца смотрели, дойдет, не дойдет, не дошло, перекручивают. А в это время артисты, как моряки, на палубе держали себя, чтобы не упасть, потому что очень резко, да, так ручку раз, он... Сегодня все плавно и нежно. Программа автоматизирована, позволяет замедлить скорость в любой момент. Сейчас сцена неподвижна. На ней декорации к премьерному ревизору. К слову, в этом году драма может похвастаться не только обновленными подмостками. К 99-му театральному сезону театр полностью преобразился. После обновления логотипа, во-первых, их два, как вы можете видеть, первый используется, который слева, он используется для экспериментальной сцены. Тот логотип, что справа, это основной логотип театра на сегодняшний день. Цветовая гамма у нас представлена сейчас в 4 цветах. Это синий, золотой, белый, терракотовый. Подробнее о новшествах театрального сезона и о визите знаменитого артиста Константина Хабенского для постановки спектакля в Театре драмы расскажет директор театра Любовь Березина в программе «Сноска» уже завтра. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.